Хей-йоу, гайз, с вами Шимик, и если вы видите это видео, значит вы не знаете, где скачать и как рекнуть бандикам. И сейчас я вам в этом помогу. Я уже как раз нашел вот сайтик. Вот, ссылочку я оставлю в описании. Нажимаем скачать с диска. Так, вот нас перекинет на другой сайтик. Так, вот идет, короче, скачка. Там тут типа можно посмотреть эти отзывы, все такое. Как переносить их туда, все такое. Вирусняк. Ну, в принципе, вирусника нету здесь, потому что я сам пользуюсь данной программой. Вот даже сейчас вы ее видите вот у меня на экране. Давайте я, короче, продолжу, когда она у меня установится. Так, все у нас скачалось. Теперь мы нажимаем ее, открываем. Браузер можно уже свернуть, он уже не пригодится. И вот у нас папочка бандикам. Открываем ее, либо можем сразу ее перенести на рабочий стол. Ну, я ее открою, создам папку, переименую как-то. Теперь вот эти два файлика мы копируем и переносим. Вот у нас идет разархивация файлов. Все, они перенеслись, это можно закрывать. Перезаходим, нажимаем, у нас есть установщик и кряк. Здесь нам только понадобится вот это вот. Это мы потом разберемся немножко попозже, поэтому заходим сначала в установщик. Сейчас он у меня подгрузится, запустится. Так, все, он запустился. Да. Так. Так, вот. Типа, выберите язык, на котором хотите установить. Берем русский. Вас приветствуют, нажимаем просто далее, принимаем лицензионное соглашение. Здесь убираем вот эту галочку зеленую. Это типа зайти в программу группы. А это типа здесь код икон, типа чтобы у вас вот как у меня сейчас, вот видите, на столе я сейчас снимаю с помощью бандикама. Было типа значок. Нажимаете далее. Потом выбираете путь, куда вы хотите скачать. И нажимаете установить. Ну я не буду устанавливать, так как у меня уже он как бы установлен. Если я сейчас его снова установлю, запись сбросится, и все придется делать по-новому. Поэтому я этого делать не буду. Ну, когда вы, короче, установите, подождете секунд 20-35, он установится, и там будет, короче, галочка стоять на запустить программу. Убираете ее. Потому что даже если вы ее запустите, она у вас запустится, в принципе. Но она будет у вас не крякнута. То есть у вас. Вот, сейчас покажу. Вот здесь на записи, да, вот сверху, написано «не авторизован». И чтобы ее убрать, это вот как раз нам нужен кряк. Кряк мы заходим, вот смотрите, правой кнопкой с помощью администратора. Если, допустим, вы нажмете просто два раза левой, у вас она откроется, но проблема в том будет, что у меня даже она не открывается. Прикольненько. Вот, вот, вот. Сейчас покажу. Вот она открылась, да? Но у нас надпись как бы не светится. Типа вам нужен админ, короче, бандикам и все такое. Мы с вами закрываем это, заходим с помощью диспетчера, вот, ну, администратора, то есть от имени администратора нажимаем, да. Вот у нас, видите, все, регистр Aptileon, короче, просто регистрация. Здесь вы просто вводите, сначала переключаете язык, вводите любое, чисто любое. Нажимаете собака, допустим, mail.ru. Либо другую какую-то почту, нажимаете регистр. И все, вам пишет, что бандикам типа успешно зарегистрирован. Нажимаете ОК. Потом заходите в бандикам и все. У вас надпись пропадает. Ну, я думаю, сделаю две части получается. Второй будет у нас по настройке самого бандикама. Я покажу вам основы. В принципе, чтобы и картинка была нормальная, чтобы не фризал там ничего такого. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если я вам помог. Всем удачи и пока, до новой серии или даже части, как сказать лучше. А, пока.